так вкусно, просто дрожь по телу пробирает, настолько это вкусно и настолько его много. Сталкивался с такой ситуацией, когда очень интересный по своей текстуре, по своему вкусу. Что опять? А где тут выключается? Всем привет, друзья! Для тех, кто уже устал от тортиков, пирожных, печенюшек, мяса, рыбы и просто водки, сегодня у меня будет очень вкусное блюдо. Это даже не блюдо, это просто наслаждение. Это обычный шоколадный десерт. Я их готовил уже очень много, по разным рецептам, но вот этот рецепт, который я вам сейчас хочу показать, он, на мой взгляд, самый вкусный и самый легкий. Я его приготовил, и сейчас я с удовольствием буду кушать. Я знаю, чем вас порадовать и чем порадовать моих друзей. Сейчас я буду готовить шоколадный мусс. Но, как всегда, я буду готовить не просто шоколадный мусс, а целых два шоколадных мусса. Они будут абсолютно разные по текстуре, по составу, но будут дополнять друг друга и будут подчеркивать именно баланс текстур. Яблочный кальвадос. Конечно же, он будет участвовать в наших рецептах. Шоколад для первого мусса я растапливаю на водяной бане. Для рецепта мне понадобится также цедра из одного апельсина. Для шоколадного мусса номер один я взбиваю 3 желтка. Пока желтки взбиваются, я выдавлю сок из апельсина. Желтки великолепно взбились в хорошую густую пену. И я их смешиваю с шоколадом. Смесь шоколада и яичных желтков я выливаю апельсиновый сок, а также апельсиновую цедру. Я выливаю первую часть белков и сахар и сразу все взбиваю. Белки я взбивал около 10 минут, я все быстренько перемешиваю. Готовый шоколадный мусс я выливаю в формы, наполняя их при этом наполовину. И ставлю охладиться в морозильное отделение на 10-15 минут. Как всегда, полное описание рецепта смотрите под видео. Для второго шоколадного мусса я взял часть сливок жирностью 33%, нагрел их до кипения и растворил в них шоколад. Смесь сливок и шоколада называется ганаш. И вот эту волшебную смесь я охлаждаю до температуры 35 градусов. Я добавляю в шоколадный мусс немного яблочного кальвадоса. Смесь охлаждаем до комнатной температуры. Я взобью сливки. Сливки нужно взбить до вот таких очень-очень-очень мягусеньких пиков. Вот такие сливки. Я их аккуратно перемешиваю с шоколадом. У меня очень маленькие стаканы для шоколадного мусса, поэтому его получилось не слишком поровну. В такой небрежной подаче есть что-то брутальное. Вуаля, у меня все поместилось. Прекрасно. Этот шоколадный мусс состоит из двух шоколадных муссов. Один шоколад со сливками, а второй шоколад по другому рецепту. Оба мусса мне очень нравятся, поэтому я, как всегда, хотел сделать что-то необычное, не так, как у всех, как обычно говорят все мои друзья. И здесь именно два шоколадных мусса. Внизу он очень легкий, а вверху совершенно другая текстура. Аромат очень волнующий, возбуждает аппетит, очень тонкий, легкие нотки шоколада. Хорошего, качественного шоколада. Немножко сливочный оттенок. Вот здесь очень четко видно, полностью, почти весь стаканчик из легкого шоколадного мусса по первому рецепту. Он мне очень сильно нравится, это мой один из самых любимых муссов. А здесь второй шоколадный мусс, который я всегда использую для каких-то настоящих таких классных тортиков. Для того, чтобы добраться до одного, нужно съесть кусочек второго. Так вкусно, просто дрожь по телу пробирает, настолько он легкий, воздушный, и ты просто попадаешь в какой-то
райское место. А теперь я попробую добраться до вот второго мусса. Вот так. Вот он, такой сочный, легкий, пористый. Второй мусс настолько идеальный, настолько воздушный. Это как будто легкая морская пена, ты ее берешь в руку, и она у тебя долго на руке держится, переливается красивыми искорками солнца. И настолько она идеальная, настолько она воздушная. Вот такой же идеальный, воздушный и очень вкусный шоколадный мусс. Друзья, если вам понравилось это видео, пишите комментарии, ставьте, как всегда, лайки, вот такие огромные лайки, потому что вот это, естественно, вот этот шоколадный мусс, я уверен, абсолютно любой человек, даже полностью равнодушный к сладкому, съест без оглядки целый стакан, ни о чем не задумываясь. Поэтому пробуйте, готовьте по моему рецепту. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ссылочка вот здесь внизу, вот здесь рядышком есть колокольчик, нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новинок на моем канале. А я вам обещаю очень много интересного. И помните, кухня – это самое спокойное место.